Всем привет, мои подписчики. Вот у меня проблема с машинкой, с компьютером. Не знаю, что с ней. Вот уже раздербанил как надо. Вот пыль. Да вроде убирал я с этой платформы пыль. Вроде не забита. Вентилятор спереди чистил. Ну, Китай долго не проживет. Вырубил, как туман пошел на экране. Вот, грешу на видеокарту. Вот уже сопельки одни отцепил. Это вообще не подключено. Это какой-то другой. Блин, я в шоке. Вон там. Отцепляется она как. Надо видео смотреть, старое знаю. Вот материнка не пыльная, сука. А вот так, вспомнил. Давится на это вовнутрь. Ну что, будем разбирать, смотреть, кондёры вздулись или нет. Термопасту менять на игровой карте. Вот один шурупик тут стоит. Вот все в грязи, как обычно, в жопе. Че, его раком не поставили, не знаю. Ну, сейчас будем ремонтировать. Не первый мой. Пока. Все, давайте. Чем дело? Зайдет все лето. В пандемию. Еще комп. Да. Попробуем без видеокарты еще. А как без видеокарты запустить? На старом можно было без видеокарты запустить. Материнку вход есть. Ну, можно без видеокарты запустить. Так что, либо дело в материнке, то есть это видеокарте, либо дело в блок питания. Блин, вот он. Стоит блок питания. Тутенький. Ну, вроде видеокарта больше всех греется, но вентилятор чист. Я его чистил. Ладно, все, давайте. Может, сейчас выложу. Кому что интересно. Главное отключить компьютер и статическое электричество. Вот обычные ножницы. Прикасаешься и в фуфайке, и синтетики не сиди. Да никакая материнка не сгорит. Все, давайте. Сейчас будем делать диагностику.